половины дороги, еще такой же пойдем у нас впереди. Ну-ка, да, деньги это на пиво охране. А вот в Дуфортах там все как в этом. Центр вроде бы небольшой, но вся основная жизнь и все вот эти вот куча всяких мероприятий, кафе, офис и так далее, находится в Дуфортах. Thank you.
Первые страусы нам сюда их привезли, ну, мы будем возле куста, там была первая ферма. Я не знаю, там вышли... Наш, короче, этот фермер Бастыль, недавно его по телевизору показывали, который эту первую страусовую ферму основал. Он разводит там несколько поколений страусов. Почему страусы? Потому что у них безотходное полностью производство. Они сами за собой убирают. У них здесь чистая территория. Чебураш. Одну бутылку сейчас оставит ей. Thank you.
Вот так вот. Белое братство. Господа хирурги. Можна побачити отут. Ну що, от в приходському храмі, в цьому селі, ну, вже лет більше 10. Такий же крест. І потім виявляється, що там знаходяться нерукотворні крести. На цей раз крест Христом. Все качается, качается, качается. Едва качаются перо и фонари.
глаза прощаются, надолго изучаются, и так все ясно, слов не говори. А голова моя полна бессонницы, полна тревоги голова моя. И как расти не может дерево без солнца, так не могу я быть без вас, друзья. Спасибо вам, не подвели, не дрогнули, и каждый был открыт таким, как был. Ах, не короткие до сердца тронули. Спасибо вам, прощайте, докурил. А все кончается, 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 едва качаются пером и фонари. Глаза прощаются, надолго изучаются, и так все ясно, слов не говори.